Как перевести духи в целости и сохранности? Если у вас их до хрена, вам поможет хороший, крутой, клёвый, вообще это, по-моему, чтобы положить в какую-нибудь холодную хрень, она будет долго-долго холодная, либо теплую хрень, и она тоже будет теплая. Это типа, не помню, что это, или это сумка, косметичка холодильника от Ифраше, или еще какая-то косметичка чего-то там от Ифраше, термокосметичка от Ифраше, в общем, положите в косметичку от Ифраше до хрена духов. Спеленайте их. Вот, кстати, по-моему, это Аленка мне дарила, а может, я уже заказывала, фиг знает, потому что у меня таких дофига было. Самопальные Лёлины духи. Вообще тут лежали еще одни самопальные духи в флаконе Битмос. Это уже третьего, наверное, созыва, скажем так. Я достаю из огромных штанов Будникова брошюру. На самом деле это не брошюра, это духи. Во флакончике от Оды страстной любви, от Ифраше, какая-нибудь там водичка от Лёли. Какая-то туалетная, масляная. Короче, какие-то очередные духи от Лёли в этом флакончике. Тут какие-то от Леванты, хрен знает с какой поменяшки, еще до ютубной. Еще какая-то лимитка натурельки, хрен знает какая. Так вот, там еще вот этот крем лежал. Уже дико просроченный, но все еще действенный. В общем, вам понадобится немножко пупырчатой пленки. Пупырчатой пленкой переложите ряды этих духов. Можете пощупать, в смысле похлопать ей. Переложите ряды духов пупырчатой пленкой. И ваши духи сохранятся в целости и сохранности. А вообще, чтобы не было такого геморра, если вдруг вам придется куда-то переезжать или просто тащить с собой до хрена духов, вещей, не заводите до хрена духов. Ибо очень геморно их переводить. Вот такие пироги. Всем привет, спасибо и пока.